Здравствуйте. Я познакомлю вас с началом работы в личном кабинете Альфа-ЦРМ, авторизацией и основными функциями личного кабинета. В личном кабинете вы сможете видеть свое расписание занятий, изменения в расписании, преподавателя, историю и прогноз всех ваших платежей. Сможете самостоятельно оплачивать занятия и оплачивать счета. А теперь немного подробнее. Работа с личным кабинетом Альфа-ЦРМ начинается с входа в личный кабинет. Вы получаете ссылку для входа на свой email, который указали для регистрации. Ссылка должна выглядеть вот так. В верхнем поле вы указываете свою почту, а в нижнем – пароль. Пароль вы получаете вместе с сообщением, что вы зарегистрированы в системе. Если вы забыли пароль, ничего страшного не произойдет. Вы можете всегда его восстановить, нажав на эту кнопку. Или запросить смену пароля у администратора. Итак, вы заходите и сразу видите расписание ваших занятий на сегодня. Также можно посмотреть расписание на ближайшую неделю или на месяц. В своем профиле вы также видите историю и прогноз своих посещений. Здесь занятия выделены серым цветом, и это означает, что занятия запланированы, но еще не оплачены и не проведены. Справа статистика ваших посещений и платежей, остаток на счете, кнопка оплаты и личные данные, которые вы можете заполнить и редактировать самостоятельно. Также можно поставить свою фотографию. Для этого нужно нажать на место рядом с вашим именем вот здесь. В разделе «Платежи» вы увидите историю своих платежей и сможете сделать прогноз, исходя из вашего расписания на период. Например, возьмем ближайший месяц и сделаем прогноз с 1 августа по 31 августа. Здесь виден ваш остаток и сумма к оплате. Если у вас возникают вопросы и вам кажется, что сумма в автоматическом режиме указана некорректно, вы всегда можете обратиться за помощью через чат WhatsApp или по телефону 8 800 301 0590, который также указан на нашем сайте «Языки онлайн». Нажав на кнопку «Внести платеж», вы видите окно с нашим напоминанием о действующих скидках и вводите сумму пополнения. Например, это 3000 рублей, стоимость месячного абонемента за 8 занятий для групп до 6 человек. Переходите к оплате и попадаете в стандартный защищенный платежный кабинет Сбербанка. Вводите номер карты, с которой хотите совершить платеж, месяц и год срока ее действия. Секретный код, который находится на другой стороне вашей карты, и свою почту, на которую вы получите уведомление о совершенной операции и чек. В последнее время Сбербанк также предлагает быструю оплату через приложение Сбербанк Онлайн или по СМС без ввода карты. Можете воспользоваться и этим сервисом. Если у вас остались вопросы по использованию личного кабинета ученика в Альфа-ЦРМ, обращайтесь, и мы обязательно вам поможем.